Начиналось все красиво, гости быстро собрались, день рождения справляли и немножко напились. Удивил сосед Андрюха, с литром виски он пришел. Пока ели и плясали, он напился за столом. Вроде тихо не буянил, коньяку стакан налил. Потом стул зубами вгрызся, кусок стула откусил. Он бугай, здоров немалый, начал что-то нам втирать. Что-то пластик больно хлипкий, мы ему зачем ломать? Взял кусок сырого мяса, разжевал, запил водой. Не сказал и до свидания, он отправился домой. За калиткой вдруг рванулся, громкий стук раздался сразу. И лежит он у забора, голова нашла преграду. Вроде дышит, не поднимешь, здоровенный он бугай. Надо срочно что-то делать, не умеешь, не бухай. Дельный дал совет Серега, мы на тачке отвезем. До участка недалеко, может, просто донесем. Напрямки, тут 40 метров, но сосед не открывал. Видимо, удар забора его сильно напугал. Подкатили мы тележку, кое-как доволокли. Только сил вот не хватило, 5 метров как пронесли. Бьется головой о стенки, все хохочут, он лежит. Селфи с ним народ надел, а Серега все сопит. Распиток с тележки падал, колесо оно одно. На 6-й сказал я, хватит, не доедешь все равно. Может, на машине съездим, тут 2-й сосед сказал. Ручки отпустил тележки, и Андрюха вновь упал. Посадили мы машину, не в салон, багажник есть. Только ноги и торчали, мы хохочем, просто жесть. За все время не проснулся, привезли на место мы. У калитки тормознули, но ключи мы не нашли. Положили у забора, он невнятно промычал. Приводили его в чувство, ничего нам не сказал. Тут жена Сереги Светка достает откуда пруд. На немецком закричала: «Руси швайн, май лебегун!» Пока спорили с Серегой, что нам делать, как нам быть. Светка лихо так лупила, мы с трудом уняли прыть. Юбилей. Все уехали, остался, не бросать же мне его. Как же за забор пробраться, нет с собою ничего. Ночь кругом, я с топором, вновь по улице иду. А вокруг собаки лают, вдруг чего-то украду. Подошел к его калитке, он по-прежнему лежит. Чуть немного повернется, пьян мертвецкий, не храпит. Топором поддел заклепки, лист железа закатал. Чтобы смог пролезть Андрюха, не убиться об металл. Все закончилось банально, дубликат ключей нашел. Вытащил Андрюху следом и домой к себе пошел. Утром встал, курил, светлело, вот и куртка под крыльцом. Документы, деньги, паспорт и ключи лежат с брелком. Я направился к Андрюхе, открывает чуть живой. Ничего не понимает и качает головой. На руке видны порезы, это с лестницы упал. Тогда ночью он с похмельем воду где-то там искал. В спине отметки Светки, на допросе словно был. Не сказал ему об этом, Светку я не заложил. Через день звонил, что было, отпустило только сейчас. Ничего он не понимает, для него начал рассказ. С этих пор он к нам не ходит. Телевизор не отдал, тот, который на недельку. Посмотреть у нас он взял. Ничего, мы не в обиде, да и телевизор стар. За ту волю посмеялись, вспоминая тот угар.